Ребят, всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня у нас будет обзор обновленного кальяна Бодо Хука. А где мы все это снимаем? Мы снимаем это в бывшем магазине Травашоп, который сейчас будет называться Наргилос. И находится он уже в другом месте. Находится он в Люберцах, Рождественская, 33. Так вот, давайте, собственно, посмотрим, что у нас здесь есть, что по изменениям. Когда я первый раз снимал на кальян Бодо, то кальян был такой немного косячный, можно было над многим чем поржать. Сейчас же стало все намного серьезней, намного интересней, у них стала более красивая упаковочка, выглядит она вот так. Не какой-то коричневый картон неприметный, здесь уже все видно, вон, вуаля, Москва даже есть, да, как бы Кремль, Куемль. Так, по изменениям, наверное, давайте я сейчас буду его собирать. Кстати, огромное количество цветовой расцветки у ребят появилось. Вы можете посмотреть сзади меня, да? Собственно, это все кальяны Бодо. И цвета у них, конечно же, яркие. Вы, кстати, прикольные. Ill skill. Так, давайте, собственно, ребят, открывать коробочку и посмотрим, как это у нас все будет внутри выглядеть. У нас на обзоре розовенький кальян. Да, именно розовенький. Собственно, что в нем поменялось? Давайте я буду потихонечку сейчас все доставать и, собственно, говорить. Мундштук. Если вы помните и посмотрите старый мой выпуск про Бодо, то вы поймете, что мундштук там был реально никуда. Ни пришей, пизде рукав, да? Мундштуки одевались плохо, был очень широкий, ну и, как бы, в принципе, в работе гостям было вообще не кайф с ним работать. Сейчас же ребята поменяли немного коннектор шланга. Ой, мундштука. И он стал металлический, что сразу, грубо говоря, от чего сразу, грубо говоря, отпадает такой факт, как падение мундштука об кафель, об пол, об ламинат, да, и когда он загинался, с него слетала краска. Теперь здесь все очень просто. Здесь просто металлический наконечник, на который одеваются мундштуки, как ты захочешь. Широкой частью, узкой частью, все как бы залазит на окей. Далее. А основание, наверное, самое большое и крутое изменение, которое сделали Бодо, наконец-то не нужно вкручивать нержу в полицеталь. Здесь стоит тоже нержа, и резьба, соответственно, спокойненько туда залазит. И не нужно, собственно, бояться, что ты один раз закрутил и больше, блядь, боишься раскручивать, потому что резьба в полицетали пойдет по пизде. Также ребята изменили коннектор. Раньше, если ты вставлял шланг, то его было реально сложно оттуда вытащить. Прям пиздец, как сложно было. То сейчас все намного просто. Чик-чик, вставил, вытащил, как бы нормально. Так. Верхняя часть шахты тоже из нержи. Так. Там мне подсказывают, что дава, наоборот, бля. Любите этот звук. Да, скрипит. Нижняя погружная трубка стала тоже немного изменена, и на ней появились прикольные ступеньки для диффузора. Сейчас мы тоже закрутим, посмотрим сам диффузор. Диффузор тоже потерпел изменения, в нем, соответственно, сделали отверстие, про которое я всегда говорю. Вот такое отверстие, чтобы табак там не застревал, а то это пиздец. Я помню, как мы все наебались за данным моментом, когда пошла мода на эти диффузоры, и просто все делали дырочки, и все, табак застревал, приходилось разбирать. В частности, я говорю сейчас про кальян Shapes под видом Медузы, это было просто полное днище. Благо у нас на обзоре не Shapes, а Бодо, да? Собственно, вот так вот он удобно закручивается и можно, собственно, докрутить до такой степени, когда будет работать только одно отверстие, и тяга, соответственно, будет тяжелее. Давайте мы, собственно, покурим с диффузором. Я поставлю на последнюю скамейку его. Да, именно скамейка, а не ступенька, так просто удобнее говорить. Так, еще. Изменения потерпел и, собственно, верхний коннектор под чашку. У него стал более правильный угол. У него появились вот такие вот штучки, за которые можно удобно раскручивать. Ну и, соответственно, он стал внутренним. То есть накручивается он примерно вот так. Что сразу, грубо говоря, ну, убирает тот факт попадания шахты, сиропа по шахте и прочего дерьма, да, на резьбе. Так, как я и говорил про вот эту штучку. Она теперь вставляется вот так.
И, собственно, также легко снимается. Здесь есть о-ринги, и о-ринги у нас есть также в комплекте. Так, давайте, собственно, его собирать. Так, давайте я эту штучку сразу вставлю. Так, у нас есть комплект шариков, плюс дополнительные шарики на случай утери. Это тоже хорошо, потому что многие производители иногда уходят от стандартного диаметра шарика, и получается, что когда ты теряешь, блядь, шарик, а в частности это кальянный РФ, то становится максимально проблематично дальнейшее нахождение шарика в клапан. Да, он нестандартная жемчужинка, и, соответственно, становится все гораздо сложнее. Далее мы вставляем вот эту часть и закрываем, чтобы шарики у нас не вылетали. Получается уже симпатично. По косякам, да их в принципе нет. А нержа красивая, полированная, никаких таких дефектов нету. Все вроде окей. Ну, сейчас, собственно, будем собирать, и я все равно до чего-то доебусь. По-любому что-нибудь найду. Так, далее. Декоративная часть у нас сделана в виде радиатора, и если вы помните, то кальян продувается вверх. Собственно, вот так вот он начинает выглядеть. Да, конечно, халтурно все болтается, не очень круто, но до тех пор, пока мы не закрепили верхнюю шайбочку. А верхняя шайбочка... Так. Верхняя... Так. Начинаем ловить тупничок. Это верхняя шайбочка? Да. Ну, просто запихивай. Она прется. Она проваливается нормально? Нет, там должно быть. А, все, вижу, да, здесь ограничитель стоит. Да, да, да. Опа, вот так вот. Уже стало болтаться меньше. Так, сейчас, секундочку, еще есть... Изменение, оно касается блюдца. А если раньше Shape сделал некрашеные блюдца, такие цвета, грубо говоря, нержи, да, такой полированной, то сейчас блюдца все выкрашены в черный цвет, что мне лично не нравится. А вот это, знаете, краска подобию, как красят блюдца кальяны крафт, ну, немного убого смотрится. Вот была бы нержа, было бы гораздо круче. Так. Все, в принципе, мы подходим к финальному моментику. Закручиваем и посмотрим, как все это хлюпает. Давай. Блядь. Опа-па. Так. Собственно, мы его собрали. Он выглядит вот так, диффузор. По косякам, если прям-прям присматриваться, да, то... Ну, таких прям видных нету. Так, кстати, коннектор стал круто выглядеть очень. Прям коннектор под чашку прям стал симпатичным. Тут такая штучка есть, но которая все равно неудобная. Вот, ребят, серьезно, вот когда вот вы, Колян, у вас в работе, да? А как вы раскручиваете? Вы неужели вы реально ебетесь по этим ступенечкам раскручивать или просто делаете вот так? Блюдце повернули, все раскрутилось, нет? Так, шланг. Стандартный софт-тач, я даже их уже в обзоре-то и не рассматриваю. Хороший шланг, да, не как раньше. Раньше это пиздец был, кусок поливного шланга огородного. Так, да, в принципе, все окей. Ну, посмотрим, как у нас все это будет высовываться. Собственно, вот так, смотрите. Опа, и как бы все легко вылезло с прошлым. Приходилось прям хорошенько поебаться. Так, давайте мы сейчас его попробуем раскурить, поставим на колбу и, собственно, посмотрим, как он курится с диффузором. Эй. Так, собственно, нам кисло забил чашечку. И давайте, собственно, еще один моментик, который я заметил во время, когда мы полностью собрали его кальян, и у нас коснулось того момента, чтобы ставить чашку, я понял, что в коробочке нет резинок под чашку. А под колбу комплектуется, под резиночку, скорее всего, не комплектуется. Поэтому это большой минус, а я знаю, что такое подбор нужных резинок под определенный кальян. Как бы под чашку похуй, любая резинка, в принципе, подойдет, да, как бы, ну, плюс-минус подойдет. А вот на коннектор под чашку вряд ли. Так вот, мы забили,
Давайте, собственно, просмотрим, как он курится, какая у него тяга. Да, есть одноразовый мундштук? Ай, блядь. Я их забыл. Ладно, одноразовых мундштуков нету, поэтому оденем этот. В принципе, охуенно налазит. Стой, у меня же в кармане вроде был. А, нет. Не, в кармане нет. По-любому кальянчик, блядь, в кармане что-то должно быть. Да ладно, забей. Так, по тяге. Учитывая, что у нас диффузор стоит типа на среднюю ступеньку, да, скамейку. А почему скамейка? Потому что туда садится диффузор. Тык, сел, поэтому скамейка. Ну, очень тихо. Тяга на уровне чуть легче, чем, грубо говоря, Starbass, но и чуть легче, чем Халил Маму. То есть классическая тяга. Кстати, колбы выглядят очень круто. Продувается он вверх. Тоже очень хорошо. Колба как бы, собственно, выдувается, да? Никаких таких прям крупных проблем во время курения, либо какая-то непонятная игра шариков в клапане, как бы тоже мы этой хуйней не наблюдаем. Давайте-ка продуем. Продулось. Просто легких не хватило продуть такую колбу. Ну и, наверное, все-таки подойдем к финалочке, да, и скажем, собственно, про изменения, да, то, что изменения к лучшему, изменения хорошие, наконец-то, собственно, Боду задумалась о том, что хотят потребители. А по сравнению с прошлым кальяном, который я обозревал от Боду, то этот куда пизже. Намного, потому что, учитывая, что у него другой мундштук, а расцветок очень много, они как бы имеют роль. Да, я знаю, расцветки имеют роль. А блюдце черное, ну, не кайф. Вот реально, лучше бы остался металл, еще плюс неизвестно, что будет с этим блюдцем в дальнейшем. А когда на него будут бросать щипцы, колодки и все это такое, и будет ли она вообще, собственно, откалываться, да? Хотя, возможно, это краска. А что касается коннектора под шланг, очень круто то, что это все легко снимается. То есть не нужно вот так вот, блядь, сука, ебашить, да? Просто взял, снял. Диффузор, дырочка, отлично. Цена очень хорошая. И, кстати, ребята будут выставляться 27 июля на Джон Кальяно Фесте под стендом номер 40. Там они будут их продавать по очень хорошим ценам. И также будет в подарок идти гравировка. То есть гравировка мундштука, как ты захочешь. Так что можете нести свои PNG-шные картинки. И, собственно, гравировка блюдца. Да? Это все как бы в подарок, стенд номер 40. Так что подходите. Ну и в заключение, наверное, скажу, что кальян получился довольно-таки хороший. А все сейчас, что здесь происходит, мы снимаем в магазине Наргилос, который продает табак от 1 грамма. Находится он по адресу Люберцы, Рождественская, 33. Так что забегайте. А по промокоду Дава Дым вам скажут салам алейкум. Так что всем пока. Это Бодо Хука, это магазин Наргилос. Ставь лайк, пиши комментарий, что ты думаешь по измененному Бодо Хука.